Yes, go on. Привет, друзья! Сегодня четверг. Четверг — мой любимый день, потому что это день футбола у нас в Банско. День мини-футбола. Всю неделю ждем этого дня, чтобы побегать, поиграть. Если гольф для меня — это такое больше спорт для души, то футбол — это спорт для тела, такой настоящий. И у нас здесь интересный, в принципе, футбол еще тем, что у нас составы команд полностью интернациональные. Я вам, в принципе, где-то уже об этом рассказывал в каком-то видео. У нас здесь, ну, основной состав, наверное, наш — это англичане, из Великобритании ребята, все там в основном молодые, вот, но есть также из Польши, из Финляндии, из Италии периодически подходит, из Испании, вот, и могу кого-то, ну, естественно, и болгары иногда приходят с нами играть. Русских нас всего двое в составе. Хотя, конечно, вот лично для меня, там еще для нескольких людей, есть такая проблема, как языковой барьер, потому что мой английский не столько хорош, чтобы понимать нейтивов, ну, носителей английского языка. Сейчас в Банско пошли дожди, грозы, и вот только что прошла довольно сильная гроза, но, к счастью, короткая, и мы будем играть сейчас на мокром поле. Это, конечно, ну, не так приятно, как на сухом. Чуть более травмоопасно, травмы у нас бывают. Вот у меня буквально месяц назад была такая довольно сильная травма, я вообще не мог ходить несколько дней, потом еще 2 недели я не ходил на футбол, но сейчас вроде бы ничего, нога по-прежнему болит, но играть уже можно, поэтому стараемся поддерживать себя в форме без травм. А вот и Атем. Скажите что-нибудь свое оправдание, почему вы опоздали на матч? Я приехал вовремя. Еще 17 минут. А вы из клуба Испании? Да. Hola. Always aim for the stars, Misha. Always aim for the stars. Hi, man. Oh, I don't know where Dave is. I think Peter's bringing it. I just have to pick him up. Что, у вас новый цвет команды? Да, да, голубой. Голубой-голубой, не хочу играть с тобой. Так вот нет, то есть, я, по-моему, самый модный сказал, остальные XL. Ладно, давай я тогда буду своим. Свои, да. Как раз теперь он очень не нужен. Здравейте! Здравейте! Как сте? Здрасте! Здрасте! А сколько тебе лет? Мне 32. Ага. А тебе? 11. О, ты очень хорошо говоришь по-русски. Да. Любите футбол? Да. А за этих, за кого болеете, оранжевый или синий? Джош!
За синий. Оранжевый. Оранжевый. А, у вас половина на половину это за оранжевых, да. И за синий. Сколько тебе лет? Кому? Сколько тебе лет? Ладно. А я. Не знаем русский. По-болгарски? На болгарски. Говори. Здравствуй. Как сте? Добре. Дайте по один лайк. Дайте по один лайк. Абонирайте се. И до коментарите. Вижте, колко ти бя лет. Хареше, че това е видео. И това е. И ви пожелавам късмет. Клас. Лю това видео. Subscribe, comment. Мен не сливай. Съките. Не. Анат. Дорис, ми бе. Обстай, Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Come closer, baby, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire. Свършат? Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Come closer, baby, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. А что ты через забор-то все снимаешь? Хай, еще ржет. Митя, do you want to play, buddy? Do you want to play? Yeah.
Как игра? Смотрится нормально? Нормально. У нас перерыв на водопой. Жарко, душно, пить хочется. Пока мы выигрываем 1-0, но очень упорная, очень сложная игра сегодня. Все дерутся, блин, как последний раз. Всего лишь 1-0. Как в профессиональном футболе практически. Смотрите дальше. Josh is on.
Адам не забил. Видели? Видели? Все видели? Адам не забил сейчас. Хоть один гол сняла? Один в самом начале, в втором тайме. А когда Адам забил? Я тоже забил гол. Классный, очень, очень классный гол. Самый лучший гол. Знаешь, что я ходила за овощами? Но, если честно, чисто физически их команда смотрится лучше, чем ваша. Почему вы побеждаете? Техника, опыт, мастерство. Я думаю, так, офигенно. Я, значит, в нападении сам перехватил мячик, пас их предательски. А они стояли, как оловянный солдатик. Я был заряжен! Понимаете, да. На это победу. Собанск на голову был заряжен. И как делаем все, он не смог взять. Браво, жаль, этот гол я посвящаю себе! А вам спасибо за репортаж. Подписывайтесь на канал. Чей-нибудь. Мишин, например. Лайки. Лайки ставьте. Лайки. Несколько. А сейчас Миш покажет вам мастер-класс. Вот подстава, да? Ну что, как игра? Опа. Че? Ты тоже. Все, закончилась наша игра. Приятно для нас, мы выиграли 6-2. Хотя по игре, в принципе, довольно ровная игра была. Но у нас вратарь тащил, как обычно. Вот, молодец, очень у нас хорошая достаточно игра. Плюс мы играли с одним запасным, что тоже, конечно, дает нам фору определенную. Вот, но в целом игра была равная. Иринка говорит, оранжевая команда, команда коворкинга более сильная физически, но они на самом деле более молодые. У нас команда более возрастная такая. Вот, и поэтому все решает мастерство. Шутка. Удачи. Все, пока всем.